На день застройщика посетители приходят с самого утра. Еще бы, ведь квартирный вопрос здесь можно решить за один день. На выставке новостроек сразу 20 проверенных строительных компаний. Они предлагают 12 тысяч вариантов квартир. От уютных студий до апартаментов с террасами. Можно получить информацию о всех надежных застройщиках, о всех жилых комплексах, новые жилые комплексы посмотреть, съездить на стройку прямо с мероприятия, выбрать квартиру на месте, забронировать. Можно также на мероприятии подать заявку на ипотеку. Практически все банки дают субсидированную ипотеку. Это прекрасная возможность на период стройки не платить проценты банку. Некоторые компании устраивали посетителям виртуальную экскурсию по новостройкам. Другие везли прямо с выставки на строительные площадки и в коттеджные поселки. Кстати, в этом году растет спрос на загородную недвижимость. Удобно, что все в одном месте собрались, и представители банков, и несколько застройщиков. Здорово. Хорошо, нравится. Приходишь, все рассказывают, сразу видно, где какой новый жилой комплекс строится. Все очень понравилось. На день застройщика приходят целыми семьями. Пока родители изучают предложения, дети участвуют в мастер-классах. А все посетители становятся участниками розыгрыша, где один из гостей получает скидку в 100 тысяч рублей на покупку новой квартиры. Кроме того, все компании предлагали покупателям выгодные условия, подарки и скидки. Следующий день застройщика пройдет уже в декабре. Мария Ремезова, Дарина Иранцева, Алексей Гринко, Тюменская служба новостей.